В целях избрания депутатов, реализации гражданами города Назарово конституционного права на участие в выборах, проводимых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Красноярского края, уставом города Назарово, в соответствии с пунктом 2 статьи 23 федерального закона общих принципов организации местного самоуправления Российской Федерации, статьями 9.10 федерального закона от 12 июня 2002 года номер 67 об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации, пунктами 1.5 статьи 3 закона Красноярского края о выборах в органы местного управления в Красноярском крае в связи с истечением сроков полномочий депутатов Назаровского городского совета 5-го созыва, руководствуясь статьями 21, 25, 26 устава города, необходимо принять решение Назаровского городского совета депутатов о назначении выборов депутатов Назаровского городского совета депутатов 6-го созыва. Голосование определяется федеральным законом номер 67. Днем голосования на выборах органа местного управления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочия органов местного управления. Решение о назначении выборов принимается в силу федерального закона об общих принципах организации местного управления Российской Федерации на основании статьи 23, поскольку это является полномочиями представительного органа городского совета депутатов. Решение о назначении выборов органа местного управления должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее, чем через 5 дней со дня его принятия. И вашему вниманию, уважаемые депутаты, предлагается проект решения о назначении выборов депутатов Назаровского городского совета депутатов 6-го созыва. Преамбулу я уже в пояснительной записке отразил. Результативная часть. Назаровский городской совет депутатов решил. Первый пункт. Назначить выборы депутатов Назаровского городского совета депутатов 6-го созыва в городе Назарово 11 сентября 2022 года. Решение подлежит опубликованию в газете «Советское Причелымье» и размещение на официальном сайте администрации города Назарово сети интернет. И третьим пунктом, на основании закона Красноярского края, направить решение в избирательную комиссию Красноярского края. У меня основные вопросы все.